Не знаю, не тут видно. Это на одном импульсе вот этот транзистор качает вот этот индуктор. Вот желтым горит лампа, когда на одном импульсе она желтая, тут более желтым, а тут чем дальше, более белым уж. Тут где-то на индукторе где-то 60 вольт. А вот эта осциллограмма, это на стоке вот этого транзистора. Этот и снабжена цепочка, и от емкости конденсатора зависит частота вот этих колебаний, которые после происходят после закрытия. И их теперь частота около 1 МГц. Вот тут вот открывается первый транзистор, и вот тут он закрывается. Ну а тут вот этот горбик, его на самом деле нет, это что деление слишком маленькое. Если я поменяю, вот он пропадает. Вот тут открывается, тут закрывается. На этом пике открывается, тут закрывает. Потом еще кое-что покажу. Вот, вот этот импульс, это импульс, который подается на индуктор, он на Тесле есть, передается и снимается. Говорил откуда. Вот у меня был подстроечный резистор, вот этот двух одного килоома, он перекрутился и начал уже неправильно крутиться, начинал такими подергиваниями не крутиться. Я поставил новый на 2 килоома оборотный. Вот теперь он очень хорошо плавно крутится, плавно ходит. Вот я дуем, но не знаю, он, наверное, но очень мало циклов вроде бы имеет, или в чем причина, не знаю. Он, в общем, износился. Попадаю этим импульсом на открытие транзистора. В этом месте тут туда-сюда двигаю. Мне кажется, тут вот он должен где-то попадать на открытие транзистора. Вот эта пустота, она так не совсем понятна, откуда
появляется вот эта такая полоска. Вот тут открывается, тут закрывается. Вот образ. После закрытия открывается следующий транзистор. И вот тут открывается. Наверное, где-то вот тут открывается. А вот тут вот закрывается. А потом вот эта пустота как бы открывается. Тут не совсем понятно, откуда она появляется. Вот я сейчас уменьшу скважинность на пуш-пуле, теперь у меня подает. Теперь у меня тут 81%, но тут на генераторе тут не надо смотреть. На самом деле тут где-то теперь 43%. Я вот уменьшу. Вот, чтобы было лучше видно, так сделаю. А тут это как бы пустота есть между этим и этим. Это понятно, куда она берется. И вот этот вот, тут он открывается, идет открыть, закрывается транзистор. Идет выброс. Уменьшаю. Второй транзистор вот где-то вот тут открывается. Тут закрывается. Вот видно, как этот шнеппа нашел. На время отключу этот импульс, чтобы не путаться. Вот тут открывается, закрывается. Тут вот первый один транзистор открывается, закрывается, появляется пустота. Там какие-то, наверное, выбросы идут на зарядку конденсатора через встроенный транзистор идет, поэтому тут какая-то пустота появляется. Потом опять поднимаются какие-то колебания опять. Вот тут открывается второй транзистор. Потом выброс, колебания. Если увеличить скважинность, так вот эта пустота соединится вот с этой пустотой, как бы, и вот это все пропадет. Вот это мне не совсем понятно, как это происходит. Я увеличиваю скважинность. Думаю, вероятно, нужно такую скважину выстроить, чтобы вот этот маленький импульсик, он как бы остался, может быть. Но если он дальше круче, он пропадает. Там остается немножко очень маленький, но почти полностью пропадает. Выглядит как будто вот транзистор тут открывается, но на самом деле он вот тут открывается.
И вот эти колебания такие чистые становятся. Их частота вот одна клетка, одна микросекунда, так значит где-то одна клетка, значит где-то 1 мегагерц их частота. И первый тут побольше. Вот тут стоит транзистор, где-то 600-500 вольтовый, и его корпус изолирован от радиатора. Вот этот транзистор RFP250N, и у него радиатор изолирован прокладкой от корпуса. И когда я заземлял радиатор на минус, тут у меня минус заземлен, тогда шипело, появлялось шипение какое-то, треск, и потребление подрастало, и лампы притухали. Насколько я заметил, у Руслана радиатор заземлен через прокладку тоже. Может быть, это как-то связано, что он должен быть заземлен. Как бы это шипение, оно является важным. Может, это наводка. Она как бы паразитная, но она, может, без нее эффекта не будет. Вот двигаю этот импульс. Залипание происходит. Раньше у меня вот этот был вот через вот такой на минус прицеплен, потом я все-таки вот нижний конец припаял, и тут к минусу припаял, и вот тут вот этот идет провод на землю идет, там на клемму идет общую, где земля подключена, а тут минус. И вот тут еще я поставил конденсатор станонофорат. Вот его один конец идет вот плюс. Плюс идет, и один вот конец этого конденсатора красного на плюс идет. То есть прямо к индуктору на плюс, а второй идет на минус по этому проводу. То есть чтобы как бы вот этот провод лишний не был. И лучше, чтобы были фронты там, меньше потерь на проводах было по этому проводу, потому что этот провод как индуктивность работает. И заодно тут
практически стоит и не может, очень может быть большие токи, значит немножко лучше поставил такой конденсатор неполярный, и поставил потом еще вот между индуктором одним выводом и вторым, вот тут два по 100 пикофарад параллельно синий конденсатор, вот один их провод взят, этот желтый провод, второй там подключен, этот конец второй, ну, параллельно вот этому индуктору алюминиевый, потому что алюминий легко изгибать, какую форму изогнешь, так она и держит, а медь она пружинит, ее трудно изогнуть нужную форму. И тут получается этому индуктору белому параллельно стоит 200 пикофарад еще конденсатор. Сначала хотел поставить 2 нанофарада, но потом подумал, ну, у меня под рукой были как раз эти конденсаторы, и я, чтобы не искать, поставил эти конденсаторы. Вроде бы они должны быть стоять, может и не обязательно. Вот это 200 ватт, это 60 ватт. Тут потребление 5 ампер, но он тут слишком много показывает, неправильно. Нужно только ориентировочно. Вообще-то, ладно, не про блок питания, но он может отдать где-то 6 ампер и не отключает защиты, и 27 вольт еще у него. Увеличу скорость. 84% тут. А так она где-то 44%. Но я думаю, вот там дальше уже нет смысла. Наверное, должен на открытии вот быть тут, вот в этом месте. Но ничего не происходит. Я могу немножко вот этим длину подкрутить побольше. Импульсом длину. Так. Это увеличивает длину, но это уменьшает.
И чтоб бить на противоположное плечо, тогда я меняю вот эти два конца на трех витках, и тогда на другую сторону бьет синусоида, как бы. Три витка меняю местами концы. Этот импульс никак не влияет на нагрузку. Только если длительность увеличить, нагрузка притухает, потому что тут он питается от этих вот где-то там 28 или сколько витков на этом горшке. Потом на диодный мост.